Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео хочу поделиться с вами, как можно очистить оптику. Любые оптические приборы, бинокли, прицелы. Если много вот таких вот мелких деталей, уголков, куда кисточкой либо щеткой подлезть невозможно. Также можно какие-то запчасти, оружейные узлы чистить в труднодоступных местах от пыли, от грязи. Можно воспользоваться вот таким баллоном, сжатый воздух продается. Либо у кого есть компрессор. Очень хорошо под напором воздуха вылетают все частицы, вся грязь, пыль из недоступных мест, куда невозможно добраться. Вот вся грязь, вся пыль, которая скопилась в труднодоступных местах, впадины, ямки, куда невозможно просто добраться. С помощью вот такого баллона можно очень хорошо и эффективно очистить. Так что, друзья, всем пока!